отметка. Давай. Я почти уже не помню, только вот помню окружающий мир 5. Так. По-моему, письмо что-то 4, что ли. Так, математика. Математика, по-моему, 5. А есть чтение? Чтение есть. Какая это метка? Чтение бывает 5, бывает 4. Еще какие предметы? Физкультура есть? Да, какой? Есть физкультура. Какая метка? Нам оценки не ставят. Так. Там только двойки ставят. Там только за плохое поведение ставят на физкультуре. А музыка есть? Музыка есть. Какая отметка? Тоже не ставят отметок. А иностранный язык есть? Нет, только будет во втором. Понятно. Все, да, все эти предметы. Угу. Молодец. Тебе нравится учиться? Да. Расскажи, пожалуйста, что самое интересное в этом году было в школе? В чем ты принял участие, чтобы получился маленький рассказик? Я вообще в каждом конкурсе почти принимал участие. У меня уже за этот год 7 грамот накопилось школьных. А это что были за конкурсы? Ну, там конкурсы поделок, еще там какие-нибудь. Угу. Какую ты поделку сделал? За что грамота была тебе вручена? У меня был диплом за первое место в поделках. Где-то в Новый год было. Какую сделал поделку? Елку. Ну расскажи, что была за елка? Елка была из сока. Она была таким дождиком сделана. И еще вот привязаны бусинки были. Угу. Еще старые заколки без зацепки Какого были. Какого размера елка была? Елка была вот где-то вот такая. Угу. Ты сам придумал или мама помогала? Ну вот мы сначала все думали, мы хотели с папой елку сделать. Вот все думали, он все-таки придумал и как-то вырезал из картона вот такую елку. Папа, в общем, грамоту получил. Понятно. Так, а еще какой был конкурс? Еще был конкурс там. Ну, я почти во всех конкурсах участвовала, но грамоты вот за некоторые вот не давали, не за все конкурсы. А за что дали? За какую дали вот грамоту? Еще. Не помню. Ну, грамоту раз получил. Да, за стихотворение. Давай стихотворение, какое помнишь, расскажи, пожалуйста. У меня только одно стихотворение, которое я рассказывала. Давай. Я помню, ранила березу осколком бомбы на заре. Студеный сон бежал, как слезы по изувеченной коре. За лесом пушки грохотали, клубился дым пороховой. Но мы столицу отстояли, спасли березу под Москвой. И рано, раненько весною береза белая опять оделась новую листвою и стала землю украшать. Мы с той поры на все угрозы, мы неизменно говорим, родную русскую березу в обиду больше не дадим. Молодец. Круто! Молодец. Короче, не бывает. Очень хорошо. И я его 3 раза рассказывала. 1 раз в школе, 1 раз на районном и еще 1 раз перед ветеранами последний. Ой, как здорово. А расскажи, пожалуйста, какую-нибудь игру, которая тебе нравится и в которую ты играешь в школе вместе с ребятами. Мы обычно играем на перемене в полицейских. Там надо гоняться друг за другом и преступников ловить. И там делали тюрьму из стульев еще. И тот, кто сбежит, надо его было снова ловить. Потому что они почти все сбегали. Да. Меня ни разу еще не поймали. Ну ты ловкий, наверное, оказался. Да, так я там... Они с полного разгона, а я как резко заверну и уже в другую сторону. Убегу. Молодец.